В нашу рубрику «Мобильный репортер» жители микрорайона Восточное Бутово прислали видеосюжет. В нем они рассказали о том, что консьержам, работающим в их домах, уже несколько месяцев не выплачивается заработная плата. Так, 14 мая состоялось очередное собрание, на котором консьержи выразили свое недовольство сложившейся ситуацией. Надо сказать, что это вторая встреча с работодателями. Первая состоялась около месяца назад. Задержки происходят по той простой причине, что управляющая компания задерживает перевод денежных средств от собственников за услугу консьерж подрядной организации. Задолженность была за февраль месяц, сейчас им выдается зарплата. На данный момент задолженности консьержам нету по информации от подрядной организации. Но по заявлению консьержей зарплату так и не выдали. И теперь долг предприятия составляет уже 3 месяца.